весна. Не спеша, друзья, вместе, как всегда, чтоб добро побеждало. И навеки с тобой в гонке за мечтой. Стоит чудо лишь поверить, каждый день будем играть. Каждый день живем мы в мире волшебства. Мы свободны, можем летать. Зная одно, все будет так, как хочешь ты. Стоит чудо лишь поверить. И вернулись к нам, и спеша, друзья, вместе, как всегда, чтоб добро побеждало. И навеки с тобой в гонке за мечтой. Стоит чудо лишь поверить. И рука в руке, и верны себе. Вместе мы всегда, ведь любовь так прекрасна. В небеса мы летим, чудеса творим. Этот мир мы вместе удивим. Этот мир для нас с тобой. Клуб Винкс. Школа волшебниц. Между Винкс и магами идет тяжелый бой. Рокси впервые верит в фей. Благодаря ей возникает новое волшебство. Миссия девушек выполнена, а наградой становится сила Беливикс, которая поможет вернуть на Землю волшебство. Белый круг. Мисс, у вас есть косметические процедуры для свинок? Конечно, у нас есть процедуры для всех наших зверюшек. Успокойся, он тебя не обидит. Кажется, моя очередь. Классные, можно посмотреть еще? Конечно, заходите, шоу скоро начнется. Перед вами накидка для холодных вечеров. Она сделана из специальной ткани. Чем холоднее на улице, тем вам в ней теплее. Ее не надо гладить, она не пачкается. А если она рвется, она сама восстанавливается. Кико, ты не создан быть моделью. И это еще не все, дамы и господа. На сцене Чико и Тигра. Они такие смешные, и у них такая классная одежда. И не говори, мой котенок ее обожает. Пройдитесь по нашим отделам и найдите себе своего волшебного зверька. Любовь и звери. Посмотрите, кто-то скачал еще одну зверюшку. Я их загружаю, и они появляются на сайте. Отсюда люди могут скачивать их прямо из дома. Ой! Простите, но нам пора закрываться. Спасибо, что зашли. Закрыто. Ах, на сегодня хватит. Мне кажется, нам хватит уже и на завтра, и на послезавтра. Блум, я устала. Мы отлично поработали. Касса полна. Мы можем расплатиться по счетам и продолжить нашу миссию. Ты права, Стелла. Надо думать о хорошем. Последнее время нам везет. Да, мы нашли последнюю фею и обрели силы Беливикс. И наш магазин очень успешен. Надо пригласить мальчиков отпраздновать с нами. Что скажешь, муза? Девочки? У меня идея. Пойдемте все вместе в бар Fruity Music. Это будет весело. Я не пойду. Я пока не простила Брэндона за то, что он поцеловал эту нахалку Митси. Когда я думаю об этом, это ужасно. Стелла, ты не знаешь, что случилось. Тебе надо поговорить об этом и узнать его позицию. Уверена, он любит только тебя. А кто это звонит?
Рокси, что случилось, Рокси? Блум, это ты? Я так рада, что нашла тебя. Что случилось? У тебя проблема? Я устала и легла спать. Мне приснился странный сон. А когда я проснулась, я нашла фотографии. Какие фотографии? Они были в моем старом семейном альбоме. Что происходит? Мы сейчас придем, Рокси. Оставайся на месте. Не уходи, ладно? Пошли, девочки, происходит что-то странное. Это снова та женщина. Я знала, что спала, но все было таким реальным. Это все тот же голос. Этот голос я слышала, когда мы боролись с магами. А когда я проснулась, то увидела, что фотографии разбросаны по полу. Когда я их убираю, они снова выпрыгивают из альбома. Я не понимаю, что происходит. Они располагаются на полу в какой-то последовательности. Посмотрите на них внимательно. Смотрите. Они в том же порядке, что и были. Это не случайно. Рокси, что ты знаешь об этом доме? Это был хороший дом в деревне. Я ездила туда с родителями в детстве. Я помню, там было очень весело. Если сны и эти фотографии – это послание, значит, возможно, в доме есть что-то, что мы должны знать. Правда, девочки? Да. Итак, вот трейлер, который мы одолжили для вас в гараже. Вы уверены, что мы вам не нужны? Кто будет рулить, в конце концов? Я буду водителем. Я. В солярии мне ничего не разрешали водить. Говорили, что я совсем не ориентируюсь. Не знаю, что это значит. Ох, вижу, вы готовы к поездке. Хорошие туристические костюмы. Спасибо большое, Скай. У вас такие красивые наряды, а мне нечего надеть. Что? Я совсем забыла. Да! И вуаля! Что скажешь? Ух ты! Сидит идеально. Спасибо, Стелла. Счастливого пути, Флора. Пожалуйста, будь осторожной. Не волнуйся, Гиля. Все будет хорошо. Ах, вот как это делается. Интересно. Может, когда ты вернешься, мы сможем поговорить? Что думаешь? Стелла. Нам надо отправляться, если мы хотим доехать к вечеру. Хорошо, девочки, садитесь вперед. Рокси, ты будешь нашим гидом. Школы вместе, вместе. И мы будем веселиться целый день. А, Стелла, можешь так не дергаться? Ты можешь объезжать ямы? Я не виновата, просто трейлер сломан. Он не едет прямо. Но мы чуть не разбились 6 раз. Пусть Лейла ведет. Пусть Лейла ведет. Расслабься, Стелла. Главное, что мы добрались быстро и целыми. Правда? Я прекрасно вожу. На этой планете слишком много крутых поворотов. Тут конец дороги. Дальше поедем на лошадях. Их можно взять здесь. Вы точно хотите поехать на ферму Бетсона? Кто такой Бетсон? Новый владелец. Он купил ферму несколько лет назад, и он не очень хороший человек. Спасибо за информацию. Поскакали. Они ничего не подозревают. Они все тут, и с ними Рокси. Хорошая работа, Думан. Продолжай следить за ними и сообщи нам, когда лучше напасть. Ну что, девочки, кажется, мы его нашли. Ты так думаешь? Похоже на ферму с фотографией. Все разрушено. Посмотрите на лес. Раньше тут было так красиво. Они срубили все деревья. И кругом сорняки. Ферму почти не узнать. Надо туда зайти. Вы тоже чувствуете волшебную энергию? Мой карманный компьютер показывает концентрацию энергии. Я чувствую боль растений, которые здесь пострадали. Похоже, никого нет дома. Что вы тут делаете? Уходите с моей земли! Уходите! Вы, мистер Бетсон, нам бы очень хотелось осмотреть вашу ферму. Мне тут не нужны чужаки и любопытные. Вон!
Если мы не попадем в этот дом, мы никогда не узнаем, что это было за послание. Нам надо пробраться мимо этого злюки Бетсона. Лес говорит мне, что это он срубил все деревья! Давайте уберем его колдовством. Мы можем усыпить его на неделю. Я сделаю вид, что я этого не слышала. Возможно, нам не нравится мистер Бетсон, но мы не можем заставить его действовать против воли. Давайте используем силу Беливикса. Мы убедим его пустить нас. Ты права. Все будет проще, если он узнает, что мы феи. Но это не сработает. Вера в фей идет из сердца. Нельзя заставить людей верить. Мы не должны сдаваться. Надо узнать, что там спрятано. Не волнуйся, Рокси, мы что-нибудь придумаем. Это вряд ли маленькие феи. Маги черного круга. А вы думали, что сбежите от нас? Заберите Рокси и уничтожьте других. Как они нас нашли? Это не важно. Важно, что у нас есть новые силы. Давай атаковать вместе, Флора! Солнечный танец! Зимняя роза! Молодец, Флора! Эта девчонка чуть не поймала меня. Они твои, Гантлос. Защитная пластина! Рокси, спрячься! Беги! Огненная стрела! Соедините руки, бьемся вместе! Сопротивление бесполезно! Никто не победит магов черного круга! Идите и прикончите их. Давайте, девочки, мы уменьшимся и спрячемся на ферме. Волшебная пыльца Мини-Винкс! Рокси, ты в порядке? Да. А где маги? Вы смогли их ослабить? Силы Беливикс сложно управлять. Если бы я знала, как телепортироваться? Они готовы снова напасть. Они на улице. Я их чувствую. Они прячутся там. Мне надоела эта глупость. Выкурите их. О, нет, только не дым. Что это? Что происходит? Амбар! Он горит! Заткнись, старик! Они мучают Бетсона! Нам надо его спасти! Попробуем повторить атаку! Полетели! Оставьте его в покое! От него исходит мощная энергия. Интересно, что это? Кто это у нас тут? И что это у тебя? Лучи земли? Это невозможно. А как же? А!
Я больше не буду убегать! Я знаю, что делать! Обитатели неба и леса, идите ко мне! Идите ко мне! Отстаньте! Обладая белым кругом, девчонка стала слишком сильной. Итак, мы уходим! Справимся с ними потом. Рокси, у тебя получилось! Ты прогнала магов! Ты молодец! Где ты нашла этот предмет? Он был в горящем амбаре. Агрон пытался взять его, но он ему не дался. В этом белом круге много волшебной энергии. Мы его искали. Кто-нибудь, помогите мне! Спокойно! Морфикс волна не позволит огню распространиться! Огненные доспехи впитают энергию огня! Вы в порядке? Эти люди ранили вас? О, моя спина убивает меня, и у меня голова кружится. Это слишком... Он упал в обморок. Мы должны помочь ему поверить в нас. Пора использовать силу Беликса, сила жизни. Расслабьтесь, подумайте о всем хорошем в вашей жизни. Сосредоточьтесь на хороших мыслях. Это какое-то волшебство? Вы феи? Вздох земли! Природа жива! Она говорит с нами каждый день! Ее нужно уважать! Как красиво! Раньше тут было так же. Ну а потом... Потом я все уничтожил. Как я мог? Я не сделал в жизни ничего хорошего. Я всех презирал, даже вас. А вы спасли мою ферму! Как же я мог так ошибаться? Подумайте! У вас есть шанс искупить все плохое, что вы сделали. Это ваша земля. Уважайте ее. Да, я сделаю это. Я стану лучше. Я буду ко всему относиться с уважением. Спасибо вам. Спасибо, что поверили в нас, мистер Бетсон. Нам надо вернуться в Гординию, немного отдохнуть. Я поношу это Рокси. У нас сегодня большое свидание в баре Fruity Music. А пока нам надо поспать. И не говори. Знаете что, девочки? Я пойду с вами в бар. Да. Неужели я буду сидеть дома, потому что там будет Брэндон? Я могу радоваться и не думать о нем. Совершенно. Конечно, можешь, Стелла. А может, дать ему второй шанс? Как ты думаешь? Ну, да. Может быть, ты и права. До свидания, мистер Бетсон. Берегите себя и свою ферму. Пока! Наконец-то у нас появилось свободное время. Давайте насладимся этим, девочки. Тут отличная музыка. Привет! Эй! Эй, Стелла, ты пришла повеселиться? Сегодня тут много классных людей. Сомневаюсь, тут Брэндон. Кико, бери зверей, идите играть на пляж. Ты можешь построить красивый песочный замок. Последи за другими зверьками и не балуйтесь там. За мной! Тебе тут нравится, Набу? Очень нравится, Лейла. Земля – прекрасное место. Но больше всего мне нравится быть тут с тобой. О! Привет! Привет! Привет, Блум. Хочешь свой любимый фруктовый коктейль? Ты со мной. Больше мне ничего не нужно. Ты хочешь сесть, Стелла? Тебя люблю за руку. Митси, ты видела, кто тут? Это тот Брэндон, который тебе нравится. Да, это он. А это Стелла. Она говорит, что они обручены, но я это исправлю.
умеет. Только я могу петь Брэндону. Ведь ты мой друг, я твоя девушка. Лишь позови, я буду с тобой. Смотри мне в глаза, я твое отражение. И чтоб не случилось, мы всегда с тобою будем вместе. Знаешь, милый, ты кто тут не Очень хорошо, правда, хорошо. Пошли, мы уходим. Но Стелла! Похоже, она не сдается. Вот увидите, он ее забудет. Эй, а вот и муза! О, привет, Энди! Ты отлично выглядишь. Ты бы прекрасно вписалась в группу. Залезай, спой! Ну, это очень мило, Энди. У нас уже есть планы. Что им было нужно? Ривен, они наши друзья. Браво! Браво! Муза классная, правда? Да, у нее прекрасный голос. А ты играешь на инструментах? Не хочешь попробовать? Нет, нет, спасибо. Но Лейла обожает танцевать. Ну, да, но... Я могу подыграть тебе на гитаре. Может, латинский ритм? А почему нет? Это весело. Они тут знают, как отдыхать. Иди, танцуй. Не-а, только с тобой на бу. Ты хотел бы жить на Земле, несмотря на то, что тут много проблем? Да, тут меньше воды, чем на Андросе, но люди тут счастливее. Ты бы жила тут со мной? Конечно. Это девчонка Муза, твоя подружка, верно? Дай ей эту визитку. Эй, Блум, кто был этот парень? Я не знаю, он дал мне эту визитку, сказал отдать тебе. В следующей серии... Агрон и маги испугаются белого круга, который нашли Винкс. Но в чем его секрет? Рокси, к несчастью, выясняет это, а Винкс придется снова встретиться с магами Агрона. Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» по заказу СТС в 2009 году. Мы же супер-феи! Производство Rainbow SRL. Винкс, так вместе мы сильны, чудеса творить вольны и всегда устремлены к победе. Винкс, волшебству у нас учись, мыслям добрым улыбнись, без оглядки в путь пустись. Как ветер, если решишь, можешь стать одной из нас. Мы волшебницы, добрые феи, конечно, нас ждут чудеса в облаках. Мы летим сквозь пространство и время. Сияет планета, как в сказочных снах. Мы летим по небу, Винкс. Только вместе мы сильны. Чудеса творить вольны и всегда устремлены к победе, Винкс. Мы от вас недалеко, мы подружимся легко. Не разлучит нас никто. Школа волшебниц. Ради спасения королевства Андрос, Текна жертвует собой и исчезает в измерении Омега.
Валтер ликует. Что же станет с клубом Винкс без Текны? Ярость. Она была замечательной феей. Она была смелой и отчаянной. Она пожертвовала своей жизнью, чтобы спасти Андрес. Я не могу этого делать, это неправильно. Давай, Тимми, держись. Продолжайте, девочки. А ее глаза, в ее глазах было столько надежды. Да, а помните, когда она старалась шутить? Я жалею, что я мало смеялась. Я тоже. Перестаньте. Текна не погибла! Тимми, Текна исчезла в портале Омега! Ворота закрылись навсегда! Она никак не... Вы не правы! Вы все! Тимми! Отпустите меня! Я пойду поговорю с ним. Текна, мы будем скучать по тебе! Мы не забудем тебя! Тимми, тебе придется смириться. Я знаю, что это трудно, но... Ривен... Ты никогда не чувствовал волшебные волны, исходящие от другого человека? Ну, я думаю... Так вот, я очень чувствую Текну и чувствую ее до сих пор. Тимми! Нет, послушай меня. Если бы она исчезла, вокруг меня образовалась бы пустота. Но этого не произошло. Я чувствую ее. Текна, я знаю, что ты жива, и я найду тебя. Я обещаю. Без Текны все изменилось. Может, нам стоит все бросить? Закрыть клуб? Не хочу этого говорить, но я согласна. Я тоже. Это правильное решение. Да, но прежде чем мы закроем наш клуб, нужно сделать одно дело вместе. Отомстим Валтеру. Да, прикончим его навсегда. Итак, девочки, как у вас дела? Не очень хорошо, но будет лучше, если мы навестим Валтера. Валтера надо остановить и наказать. Но вы не должны нападать в ярости, это будет ошибкой. Вы хотите, чтобы после того, что он сделал с Текной, мы сидели, сложа руки? Нет, но я не могу рисковать вами. Вы должны оставаться на кампусе. Завтра разработаем план. Планета противоположностей. Мы такие разные, что идеально подходим друг другу. Кажется, будто мы созданы друг для друга. Стоять! Да, верно, никого не пускать. Как вы смеете входить во дворец? Да. Я не хочу входить во дворец. Да, тогда входите. Мы одинаковые. Это невозможно. Тут все такие одинаковые. Как там девочки? Странно. Муза играет грустные песни, а Стелла уже целый час расчесывает свои волосы. Хорошо, что Гризельда не знает об этом антибарьерном устройстве. Все готовы? Да. Тогда полетели, проучим Валтера. Эти девицы со знаком Валтера начинают меня бесить. Они такие заноды. А мне они нравятся. Над ними можно шутить. Внимание всем!
Валтер приказал положить ваше желе в картофельное пюре. Перестаньте издеваться над моими рабами. Хватит говорить о твоих рабах. Когда ты покажешь нам крутые заклинания, которые ты украл в других королевствах? Сейчас. Сила противоположностей. Ага, ты сегодня такая милая. Приятно иметь такого друга, как ты. Это странно. Я люблю тебя, Айси. Давай болтать обо всем на свете. Знаешь, мне кажется, я влюблена. Айси, она не такая, как ты. Возможно, именно ты самая идеальная ведьма. Похоже, кто-то перестал быть фавориткой. Пока, умница. Да, увидимся. Все готовы? Конечно. Энчантикс! Волшебная пыль, максимум силы, Энчантикс. Силы внутри меня, сильная, смелая, чудесно, волшебно, загадка, Энчантикс. Чудесная фея, чудесные силы, Энчантикс. Волшебница Винкс! Мы команда Винкс, мы сильная энергия дает силы победим. Мы злобных Трикс, фей клуба Винкс. Отлично, сделаем это! Сила огня! Давайте, ведьмы, скажите нам, где Валтер? Остановитесь, нарушители. Нам ударить по ним? Подождите, они не понимают, что они делают. Стойте. Они же заколдованы Валтером. Я могу вам помочь? Сторми? Валтер обычно находится либо в кабинете директора, либо в лаборатории. Предательница, предательница, предательница. Боже мой, я просто хотела помочь. Кажется, она не в себе. Насколько я помню, волшебная лаборатория находится в той стороне. Стелла и Лейла, проверьте ее, а мы пойдем в офис Гриффин. Когда я впитаю силу этих слов, я быстро завоюю Магикс. Ты не прав. Ярость дракона! Ты сильная, Блум. Такая же, как и Марион. Что? Твоя настоящая мать, королева Домино. Моя настоящая мать? Откуда ты о ней знаешь? Я победил ее. Похоже, Валтер поставил свой знак здесь на всех в Облачной башне. Не на всех. Мисс Гриффин, мы вызволим вас отсюда. Я не думаю, что это возможно. Я использовала все способы, чтобы открыть двери, но ничего из этого не вышло. Мы сделаем это. Больно. Это что-то вроде зеркального заклинания. Оно возвращается к вам. Давайте попробуем согнуть прутья. Твои настоящие родители Ортел и Марион возглавляли команду света. Это команда волшебников и воинов, которые боролись, чтобы спасти измерение. Волшебный супербас! Недавно я был на планете, на которой волшебство связано с молчанием. Я покажу тебе, какое заклинание я там нашел. Смотри. Буйный плющ! А для тебя волшебство пещерных жителей подземного королевства. Они любят полную темноту.
Мало кто может долго выжить без света, верно? Скажи... Итак, ты хочешь драться или хочешь услышать о своих родителях? Я слушаю. Я познакомился с ними, когда я был молодым волшебником, и меня поддержали три ведьмы. Я единственный видел их последнюю битву. Сначала я поймал Марион при помощи заклинания, которое я узнал у каменных каннибалов из темного измерения. Король Оритал пришел, чтобы спасти ее. Я это предвидел. Твой отец был очень сильным. Я бы ни за что не победил его, если бы он не отвлекся, чтобы спасти твою мать. Освободи королеву! Когда он использовал волшебство, чтобы спасти свою любимую, я отправил их в вечность. Таков был конец короля и королевы Домино. Как тебе понравилась эта чудная история о короле и королеве Домино? Я рад, что смог поделиться с тобой этой историей. Давай, сделай это за Домино. Сделай это за своих родителей! Противоположность! Вот так погиб последний житель Домино, уничтожен собственным волшебством. Нам срочно нужна волшебная энергия. Я вижу, вы многому научились, девочки. Да. Я помню, как Фарагонда впервые получила свою волшебную пыльцу. Все мои лучшие заклинания перестали на нее действовать. Очень умно. Вы сняли заклинание противоположности, применив свое волшебство на стену, на решетку. Вы выходите из камеры без пропуска, Гриффин? Как вам не стыдно? Да, думаю, сейчас последует серьезное наказание. Вы правы. И для начала я приказываю вам троим покинуть мою школу! Школа теперь наша! Ледяная волна! С этим я разберусь. Волшебная плазма! Солнечная энергия! Похоже, вы проиграли, ведьмы. Я так не думаю. Яростный ураган. Очнулась? Да. Мне снилось, что я съела кучу желе и была отвратительно вежлива с людьми. Мне стыдно. Да, ты вела себя как дурочка. Но это потому, что тебя заколдовал Валтер. Ну что ж, теперь, когда я вернулась, давайте проучим этих неудачниц. Я тут все еще директор, и единственное, что вас ждет, это изгнание из облачной башни. Демеритус! Круто! Куда они делись? Мое заклинание отправило их в измерение наказаний. О, вижу, в этой школе лучше не хулиганить. Слушайте меня. Напишите на доске 600 ингредиентов, которые используются в эликсире хаоса. Это унизительно. Я не буду этого делать. Я тоже. Неизвестный портал. Мы узнали, что вы пропали и поняли, что вы здесь. Простите, мисс Фарагонда. Но мы не могли не попытаться отомстить. Я бы попросила не ругать их. Валтер здесь. Он расположился в моем кабинете. Блум с девочками уже там. Похоже, команда Света снова готова к бою. Пойдемте разберемся с Валтером. Нужно вытащить Блум изо льда. Она так долго не протянет. Этого не случится. Используем пыльцу. Этот ветер слишком сильный. Я не могу активировать волшебную пыльцу. И я тоже. Может, если я заслоню тебя? Оставь моих девочек в покое. Похоже, команда Света превратилась в команду мумий.
Щит! Сейчас! Но... Девочки, теперь ваша очередь! Давайте напишем все, что нужно, и выберемся отсюда. Ни за что. Если вы не выполните задание о вашем поведении, сообщат директрисе. О, нет, это так страшно. Ха, у меня есть идея. Посмотрите. Раздвоение, иллюзия и предательство. Освободите нас от этого издевательства. Хорошо, мы закончили нашу работу. Чего мы ждем? Сваливаем отсюда. Пока, дурацкая доска. Когда мы снимем заклинание, весь лед примет прежнюю форму. А это был огонь. Поэтому лучше разлететься. Мы быстро. Больше не можем держать щит. Хорошо, сейчас заклинание будет снято. О, щит пропал. Заклинание снято. О, прячьтесь. Уходим отсюда! Нет, мы должны разобраться с ним за Техну, за Марион и Арителла. Не сегодня, Блум. Стелла, ты можешь нас перенести? Вы за это заплатите. Транспортус! Домус! Валтер, мы вернулись. Глупое наказание. Извини, в следующий раз мы напишем дурацкие ингредиенты, я обещаю. Чтобы стать сильнее, Блум, вы должны побывать в одном месте. Оно называется Пирус. Остров драконов. Вы можете получить там огромную силу. Но вам угрожает большая опасность. Вы даже можете погибнуть. Мне все равно, Валтер убил моих родителей. Валтер отнял у нас Текну. Мне все равно, как опасно будет на Пиросе. Если это поможет мне победить Валтера, я готова. Валтер, тебе надо остыть. Я не могу оставить наследницу трона домино в живых. Хотите, мы добудем для вас Блум? Да, мы можем сами справиться с этой феей. Хорошо, приведите ее сюда. Тогда мы уничтожим ее вместе. Я хочу, чтобы вы заботились друг о друге. Лум, если на Пиросе будет очень страшно, ты же всегда сможешь вернуться, да? Нет, Локот. Либо я вернусь, когда стану сильнее и смогу победить Валтера, либо не вернусь совсем. Я готова, мисс Фарагонда. Удачи, Блум, и я в вас верю. Посмотрите, кто прилетел. Как диаспора? Она в прошлом. После того, как вы сняли заклинание, ее изгнали из Эраклеона. Мы больше о ней не услышим. Никогда. Привет! Брэндон, где ты был? Никаких звонков, никаких видеосообщений. Я сидел в тюрьме Эраклеона. Если бы я мог тебе позвонить, я бы сделал это. Я ждал, когда Скай вытащит меня оттуда. После этого я тут же примчался сюда. Я так переживаю за всего, что случилось. Я хочу извиниться перед вами и перед Блум. Мне нужно помириться с ней сейчас же. Ох,
Блум здесь нет, она улетела. Она отправилась на важное задание. На задание? Куда? Когда она вернется? Она отправилась на Пирос, остров драконов. И вопрос, никогда она вернется, Скай. А вернется ли вообще? Вдали от Алфеи на острове драконов Блум ждет совершенно новая жизнь. В диком опасном мире ей придется бороться изо всех сил. Перед ней стоит непростая задача, и она должна решить ее самостоятельно. Ты в клубе Винкс, значит мы друзья. Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» в 2008 году. Ты в клубе Винкс, и победа ждет. Вместе мы сильны, как радостно творить чудеса. Крылья прозрачные раскрой, путь отправляйся, забудь покой. Самые дерзкие планы исполнишь ты. Много тайны историй ждут впереди. Как волна ты так сильна, и в сердцах друзей навсегда. Ты в клубе Винкс, значит ты звезда. Путь твой освещен, лучи ведут тебя. Ты в клубе Винкс, это хорошо. Друг не подведет, и душа поет. Волшебные сказки верим мы, чудесные феи вместе в клубе Винкс. Винкс вернулись нам, Винкс спешат друзья вместе, как всегда, чтоб добро побеждало. Винкс навеки с тобой в гонке за мечтой. Стоит чудо лишь победить. Добро побеждала, Винкс навеки с тобой, в гонке за мечтой. Стоит в чудо лишь поверить, Винкс рука в руке, Винкс верны себе. Вместе мы всегда, ведь любовь так прекрасна. В небеса мы летим, чудеса творим. Этот мир мы вместе удивим, этот мир для нас с тобой. Клуб Винкс, школа волшебниц. Белый круг – это портал, через который можно попасть в измерение, где томятся земные феи. Винкс встречается с духом Небулы, феей, которая заключена внутри круга. Она хочет отомстить магам. Тем временем Муза мечтает, чтобы о ее таланте узнал весь мир. Песня Музы. Рокси, мы знаем, что ты расстроена из-за того, что случилось. Ты сказала расстроена? Лучше бы подошло слово шок. Поговори с нами. Может, если ты выговоришься, тебе станет легче? Я все время слышала голоса. Все время что-то чувствовала. Страх, боль, одиночество. Я превратилась в Небулу и ничего не смогла сделать. Никто не говорил, что быть феей легко, Рокси. Но ты сильная, и у тебя есть особый дар. А? Но я не хочу быть особенной. Я не такая, как ты, Блум. Мне нравится жить на земле. Я хочу жить тут с моим отцом и Арту. Одно другому не мешает. Ты научишься использовать свои волшебные силы и продолжишь жить нормальной жизнью. Я не знаю. Это все слишком сложно. Я этого не хочу. Я понимаю, что ты чувствуешь. Не спеши, Рокси. Подумай обо всем. Помни, ты можешь всегда рассчитывать на нас. Пока. Увидимся. Что ты думаешь, Арту? Работа, работа. Мы все время работаем. У нас не будет отпуска. Доброе утро, девочки! Эй, а почему такие грустные? Что случилось? Мы только что навестили Рокси. И она не хочет быть феей, да?
Она смущена, она в шоке от сил белого круга. Я ее понимаю. Дадим ей время. Главное защищать ее. Будем надеяться, что она поверит в себя. А что с магами черного круга? С ними не так-то просто сражаться. Но мы можем ослабить их. Я помню, читала в книге фей. Чем больше люди верят в нас, тем сильнее мы будем. И это ослабит охотников за феями. Силой Билли и Викс мы можем убедить людей, что волшебство существует. Заставить людей поверить в нас не так-то просто. Я могу сказать, например, привет, я Стелла, и я фея. Мы всегда можем помогать людям в беде. Мы можем настроиться на чистоту полиции при помощи вот этого. Отличная идея, Текна. Простите, что отвлекаю вас от дел, девочки. Но что нам делать с этим? Нам надо охранять его. Это очень мощный и опасный предмет. Рокси коснулась его и потеряла контроль. Вот так. Проблема решена. Теперь кольцо будет всегда со мной и не попадет в плохие руки. Ты превратила зверька в своего двойника и оставила в магазине. Отличная идея. Мы отменили прием, но мы должны доставить еду для животных. И машина придет чуть позже. Молодец, Блум. Иногда ты бываешь такой умный. Правда? Только иногда? Привет! Какой сюрприз! Я не думала, что так быстро увижу тебя, Рокси. Я решила, раз уж моя судьба быть феей, было бы неплохо пообщаться с другими феями. А поскольку в баре у меня выходной... Простите меня за то, как я относилась к вам. У меня плохой характер. Извините. Не переживай. Мы отправляемся в город на задание. Хочешь пойти с нами, а? Ага. Идеально. Мы решили использовать наши силы Беливикс, чтобы заставить людей поверить в волшебство. Девочки, я не могу пойти. У меня прослушивание у Джейсона Куэйна. Прости, Муза, мы забыли об этом. Не волнуйся, Муза, ты справишься. Муза, мы мысленно с тобой. Тебя проводит Ривен? Я встречаюсь с ним перед нашей квартирой. Пока, девочки. Надеюсь, он не закатит сцену. Как это вы не принимаете драгоценные камни? Именно это я и сказала. Либо платите настоящими деньгами, либо оставляйте продукты. Слушайте, я опаздываю на встречу. У меня просто нет времени. Иди, иди, не трать время, Ривен, Муза ждет тебя. Ты не должен опаздывать. Иди, тебе говорят. Ривен, иди, а то опоздаешь. Значит, вы говорили... Только настоящие деньги. Эй, эти девочки спорят из-за платья, это безумие. Безумие? Я бы ни с кем не стала спорить из-за такого платья. Я использую волшебство Беливикса, чтобы они договорились. Отличная идея, Текна. Мне нравится твой энтузиазм. Что имела в виду Текна? Когда мы превратились в фей Беливикс, мы получили возможность помогать людям. Мы верим, что скоро люди поверят в волшебство, так же, как ты поверила в нас. Угу. Таким образом, мы станем сильнее и сможем победить магов черного круга. Я первая увидела, отпусти! Да, но я взяла его до того, как ты его увидела. Это считается. Прошу вас, не надо ссориться. У нас есть такое зеленое. А я хочу красное! Самоцвет ума. Будьте разумными и думайте, следуйте позитивным вибрациям. Боже мой, не могу поверить, что я так увлеклась этим платьем. Знаешь, возьми его. Оно на тебе лучше смотрится, чем на мне. Не волнуйся, серьезно, я куплю другое. Я даже не понимаю, почему я его так хотела.
Девушки, не волнуйтесь. Честно говоря, это я сделала вас благоразумными. Ты? Прости, а кто ты? Я фея. Очень смешно, фея. Это будет сложнее, чем я думала. Мне все равно, что тебе идти на глупый спектакль твоего сына. Я плачу тебе за работу. Так что работай. Какой у него ужасный характер. Ладно, девочки, сейчас моя очередь. Смотрите внимательно. Послушай меня. Я говорю, ты должна сидеть в офисе. Подожди минуту. Что? Что вам надо? Видите, я говорю по телефону. Да, вам надо успокоиться. Расслабьтесь. Восход света. Ощутите спокойствие и ясность ума. О, мне так хорошо. О, алло, да, конечно, ты можешь сходить на спектакль своего сына. Можешь вообще уйти на целый день. Мне будет достаточно простого, спасибо. Простите? У вас хорошее настроение благодаря мне. Дело в том, что я фея. Да, знаете, я бы с радостью поболтал с вами, но мне надо идти. Увидимся. Ты виноват, что мы опаздываем. Если ты не хотел идти, мог бы остаться дома. Я уже говорил, так получилось. Ладно, забудь об этом. Надеюсь, Джейсон не злится на меня. Все дело в Джейсоне. И ты уже с ним на «ты». Круто. Посмотри, как красиво. Ты что, шутишь? Не говори мне, что тебе это нравится. Муза, ну наконец-то. Я уже заволновался. Джейсон, простите, я немного закопалась. Послушай, самое главное, что ты пришла. Да, и я тоже тут. Меня, кстати, зовут Ривен. И я ее бойфренд. Приятно познакомиться, Ривен. Я рад, что ты пришел, а теперь пойдемте за мной. Ты ведешь себя глупо и странно. А ты с ним флиртуешь. Ой, Джейсон, простите. Девочки, я не знаю, как вас, но меня это убивает. Я не думала, что будет так сложно убедить людей поверить в наше существование. Может, мы делаем что-то не так? Может, мы решаем не те проблемы, Текна. Нам надо людей спасать от опасности, а не заниматься ерундой. Дело не в ситуации. Вам просто надо изменить подход. О чем ты? Вы сильные феи. Но люди совсем другое дело. Вы должны быть осторожными с ними. Вы должны понять их, почувствовать связь с их сердцем. Только тогда они вам поверят. Я не знаю, как лучше объяснить, но это то, что происходит между мной и Арту и другими животными. У нас духовная связь. Мне кажется, ты права, Рокси. Спасибо, ты нам очень помогла. О, я настроила его на частоту пожарных. Здесь недалеко пожар. Чего мы ждем? Винкс, Беливикс! Крылья и телепортируемся. Я возьму с собой Рокси. Винкс, Зумикс! Хорошо, Муза. Когда будешь готова, скажи нам, и мы запустим музыку. Ага. Я стою во тьме, надеюсь, что ты рядом. Я сверкаю ярко, как звезда с тобой. Руку ты возьми, и это все, что надо.
Девочки, тут пожар. Быстрее, у нас мало времени. Сюда! Быстрее! Не подходите близко! Не выходить за ограждение! Смотрите, что это! На 12-м этаже семья! Текна, Стелла, вы видите людей! Мы с Лейлой и Флорой полетим наверх! Помогите! Ты слышала? Да, она где-то там, за той дверью! Пожалуйста, помогите нам! Девочки, отойдите назад! Волна Морфикса! Мы здесь! Тут слишком много дыма, они задыхаются! Зимняя Руза! Мы здесь! Молодец, Флора! Помогите ей, пожалуйста! Моя малышка! Моя малышка! Возьми меня за руку! Я не могу, мне страшно! Дух храбрости! У тебя получится! Ты сильная девочка! Найди в себе смелость! Ты молодец! Сюда! Быстрее! Передайте ее мне! Вот так! Аккуратно! Молодец, Лейла! Ты смогла использовать силы Беливикса и спасла ее! О, милая, ты была такой смелой! Да! Мама, это было волшебство! Неожиданно все стало таким красивым, и огонь исчез! Эти девочки феи! Я не знаю, но они точно особенные! Осторожнее, бери ящик! Что-то не так. Это ненормальный пожар. Я попытаюсь укрепить потолок. Плазменная стена! Не получается! Вам понравилась моя ловушка? Огром! Надо было догадаться, что это ты! Не представляете, как мне было приятно поджигать этот дом. Вы рисковали жизнью всех этих людей! Мы пойдем на все, чтобы получить белый круг. Отдайте его нам или приготовьтесь к смерти! Не надо. Агрон впитывает всю энергию от ваших нападений, помнишь? На этот раз тебе будет не просто победить нас, Агрон. Я здесь, Агрон! Отлично, вижу, тебе нравится играть. Супер призма! Почему нам достался Гантлес? Просто повезло. Остановите это! Все! Мне надоело его хлопанье! Солнечный танец! Помогите! Кто-то в опасности! Куда это ты собралась? Все, достаточно! Супернова! Они исчезли. Да, увы, они сбежали. По крайней мере, пожар прекратился. Смотрите, маги забрали с собой свой волшебный огонь. Помогите! Быстрее, бежим! Папа! Папа! Используй силу! Блум, это ты? Да, папа. Ты стала очень хорошей феей. Муза, ты просто чудо. Песня лилась из твоего сердца. А какой голос? Спасибо, Джейсон. Нет, спасибо тебе. Скажи мне, ты готова стать звездой?
Смотрите, смотрите, ура! Я так рада снова видеть вас. Видели ли вы взрыв? Где семья, которую спасли? Сделайте заявление. Девочки, настало мое время. На самом деле мы уже уходим. Но... Она права, папа. Все в порядке, Блум. Не волнуйся, улетай. Угу. Ты видела это, мама? Они правда феи. Да, ты права. В чем причина пожара? И кто были эти девушки? Скажите, вы верите в волшебство? В феи? Да, мы верим! Конечно! Да, у меня получилось. Тебе повезло. Ты могла бы петь значительно лучше. Ты правда так думаешь? Ну, я же понравилась Джейсону, а он музыкальный эксперт. Ну, конечно, а я эксперт по готовке или вязанию носков. Почему ты себя ведешь так? Ты не рад за меня? Ты ужасно вел себя во время прослушивания, и я жалею... О чем ты жалеешь? Ни о чем. Нет, давай, скажи, о чем ты жалеешь? О том, что позвала меня с собой, да? Да, вот именно. Ты только и делаешь, что критикуешь меня. Ты так меня поддерживаешь, да? Ну так не волнуйся, я ухожу. Пусть тебя поддерживает Джейсон. Все нормально, Муза. Он ревнует. Ты в порядке? Но я не понимаю, что я ему сделала. Ты ничего не сделала. Его волнует твой талант. Но как это возможно? Он мой парень. Он должен быть рад за меня. Зависть не щадит никого. Это первый урок, который ты выучишь, когда станешь звездой. Не надо волноваться. Я в тебя верю, Муза. С Джейсоном я чувствую себя такой защищенной. Он добр ко мне. Он не такой, как Ривен. Ривен. Девочки, я так устала. Я хочу нырнуть в горячую ванну. Кико, что случилось? Это бунт. Блум, в следующий раз, когда решишь превращать зверюшек в наших двойников, дай мне знать, я сделаю голограммы. Знаете, девочки, я рада, что пошла сегодня с вами. Увидев вас в деле, я многому научилась. Мы тоже многому научились, Рокси. Без тебя мы бы не справились. Ты подала отличную идею. Да, без тебя бы мы не узнали, как достучаться до сердец людей. Они отличаются от жителей Магикса. Во многом проще. Хм, во многом и сложнее. Теперь никто меня не остановит. У меня свидание с ванной полной пузырей. Хм? Муза! О, нет, не говори мне, что прослушивание прошло плохо. Нет. Нет, прослушивание прошло очень хорошо. Дело в Ривене. Ривен? Не понимаю, при чем тут Ривен? Что случилось, Муза? Ривен испортил самый лучший день в моей жизни. Он был нужен мне, а он только критиковал. Он вел себя ужасно. Ты что, не знаешь Ривена? Уверена, что завтра все будет в порядке. Нет, Стелла, завтра все не будет в порядке. На этот раз я изменилась. Я приняла решение. Мы с Ривеном расстаемся. В следующей серии жители Гординии должны найти силы, чтобы поверить в фей. Только так будет расти сила Беливикса. Тогда Винкс смогут бороться с магами Черного Круга. Думаете, это нереально? Возможно, но феи обязаны попробовать. Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» по заказу СТС в 2009 году. Мы же суперфеи, вместе мы сильнее, ты помнишь, и теперь мы откроем дверь. Жизнью наслаждайся, и в мечтах своих купайся, оживи чудеса в свою жизнь, и мир.
друзьям вместе, как всегда, чтоб добро побеждало. Винт навеки с тобой в гонке за мечтой. Стоит в чудо лишь поверить. Каждый день будем играть. Каждый день живем мы в мире волшебства. Мы свободны, можем летать. Знай одно, все будет так, как хочешь ты. Стоит в чудо лишь поверить. Винт вернулись к нам. Винт спешат друзьям вместе, как всегда, чтоб добро побеждало. Винт навеки с тобой в гонке за мечтой. Стоит в чудо лишь поверить. Клуб «Винкс. Школа волшебниц». Белый круг оказался очень мощным. Винкс должны усилить волшебство Беливикса, чтобы контролировать его и узнать все его секреты. Энергия Беливикс пробуждает сердца людей, и феям Винкс удается остановить магов. Тем временем продюсер Джейсон Куин помогает Музе стать певицей. Клуб «Винкс» навсегда. Чего мы ждем? Девчонка внутри. Успокойся, Нага. Нам надо убедиться, что она одна. Нам надо ее поймать. Рокси — последняя фея на земле. Как только мы ее поймаем, мы сможем отнять у Винкс белый круг. Я не потерплю ошибок. Я думаю, это ясно. Свет в ее комнате включен. Пошли! Все чисто, она одна. Позволь я. Рокси, ты готова к встрече с судьбой, с черным кругом? Я лучше сяду на ежа. Винкс, как это возможно? Она была одна. Вы слышали о мобильных? Хватайте ее! Винкс, готовьтесь! Нет, нет, нет! Что не так, Лейла? Ты взволнована? Я думала о Набу. Он хотел поговорить и был очень серьезен. Я никогда его таким не видела. Что слышат мои волшебные ушки? У идеальной пары проблемы в раю? Рокси, я так тобой горжусь. Ты смогла противостоять магам. Ты правда так думаешь? Конечно, твои силы растут вместе с твоей уверенностью. Скоро ты будешь сильной феей. Лейла, что случилось? Рокси, девочки, я бы с радостью осталась, но я опаздываю на свидание с Набу. Это важно, простите. Лейла, подожди. Набу? Набу, она думает только о нем. Перестань, Стелла, ты не рада, что она влюблена? Ты случайно не завидуешь? Нет, просто эта Митси не отстает от Брэндона. Иногда мне хочется стереть ее в порошок. Чтобы стать феей, необходим талант, но многому надо учиться. А что надо учить? Ты знаешь, что ты фея животных.
Тебе и надо учиться развивать свои силы. В это сложно поверить, но я всегда понимала зверей. Их чувства, их мысли. Я понимаю, Рокси, иногда сложно принять себя, но ты должна научиться контролировать свои силы. Хочешь разучить легкое заклинание? Ты должна почувствовать волшебство внутри и поверить в себя, или ты никогда не разовьешь силы полностью. Давай, пробуй еще. Ты хочешь поговорить, Муза? Я думала о том, что случилось с Ривеном. Он очень сильно обидел меня. Я встретила Джейсона. Вот он по-настоящему ценит меня, а Ривен никогда не признавал моего таланта. Я знаю, что это сложно, но помни, мы твои друзья, мы будем с тобой, несмотря ни на что. Нам пора обняться. Мальчишки! Девочки, мы пытаемся сосредоточиться. Блум права. Нам надо защищать Рокси и заставить людей поверить в нас. Блум, ты выросла в Гардинии. Ты знаешь, что люди часто не замечают окружающей красоты. Люди бывают холодными и безразличными. Сначала нам надо тронуть их сердца. О, бедняжка, ты страдаешь. Что ты делаешь? Мадам, почему вы не заботитесь о ваших розах? Они такие прекрасные. А тебе какая разница? И вообще, эти бесполезные растения мешают парковать машину. Может, я смогу чем-то помочь? Дыхание мира. Откройте глаза. Откройте заново красоту природы, которая окружает вас. Почувствуйте, как прекрасен цветок, и пусть он согреет вашу душу. Я сделаю этот сад самым красивым в Гардинии. Ты еще здесь? Я же сказала, не подходи к моим розам. Привет. Нет. Пожалуйста, продолжай. Нет, у меня нет таланта. Перестань. Хотя бы раз. Попробуй. Яркое сердце. А? Освободи свою душу. Поверь в себя. Открой другим сердце, и люди захотят услышать твою песню. Да! Эй! Спасибо за советы. Не хочешь организовать группу? Я делаю это не ради успеха. Я хочу, чтобы люди поверили в нас. Я фея музыки. Я понял. Ты меня разыгрываешь, феи. Надо же. Забудь об этом. Сначала нам надо было скрывать наши силы, а теперь, когда мы их показываем, никто в нас не верит. Что скажет Фарагонда? Она доверяет нам, а мы все еще не тронули сердца людей. Новая волна преступлений захватила город. Полиция не может поймать воров-акробатов. Люди с каждым днем боятся все больше. Похоже, мы нужны земле. Больше, чем когда-либо. Что мы делаем не так? Человек-калибри? Лейла, Да, Набу? Я давно хотел кое-что у тебя спросить, но стеснялся. Ты можешь спрашивать все, что хочешь, Набу. Что такое? Мне не хватает слов, но... Лейла, выходи за меня замуж. О, Набу, конечно, я выйду за тебя. Я думал, будет сложнее. Ты не меняешься. Я самая счастливая девушка в волшебном измерении. Я хочу скорее сообщить подругам. Ты уже бросаешь меня? Нет, но у них сейчас непростой момент. Надеюсь, они в порядке. Волнуйтесь, Лейла скоро вернется. Текна, Рокси, не сидите тут всю ночь. Не волнуйся, Блум. Что ты хочешь знать о Земле? Рокси, ты можешь рассказать мне о супергероях? Текна, ты что, не спала всю ночь? Да, но я нашла решение нашей проблемы. Все благодаря Рокси. Люди снова поверят в нас. Правда? И как? Решение нашей проблемы – это супергерои. Они тут легенды. Я нашла некоторых. Человек-калибри, Человек-моль. Фу, кто придумал эти костюмы? Какие ужасные крылья!
Важно не то, что они носят, а что они делают. У них есть силы, и они помогают людям. Они похожи на нас. Отлично, мы уже делали это, и это же бесполезно. Но люди верят в эти истории. Если мы станем героинями в масках, может, люди поверят в нас? Хорошо, только не заставляйте меня носить глупый костюм. Знаете, это звучит безумно, но может сработать. Давайте станем супергероями. Кстати, Лейла вернулась после того, как вы легли спать. Она была счастлива, но ничего мне не сказала. А утром она ушла очень рано. Наверное, свидание с Абу прошло очень хорошо, но почему она нам ничего не сказала? Что тут такого? Она же не впервые встречается с Набу. Когда я встречалась с Брэндоном, об этом знала вообще все волшебное измерение. Уверена, что Лейла присоединится к нам потом, а тем временем я знаю, кто нам поможет. Пока ее нет. Спасибо, что ты с нами, Рокси. Я рада помочь. А? Ювелирный. Это воры. Про них говорили в новостях. Это наш шанс. Винкс, все вместе. Ну, бежим! Сдавайтесь! Мы феи из клуба Винкс! Бросайте свои мешки! Феи? Отличная шутка! Пора сменить крылья! Винкс Быстрикс! Вон там! Держись за мной, не волнуйся! Хорошо. Лум, помоги, становись! Крыло дракона! Увидимся! Если мы их не остановим, они кому-нибудь навредят. Летняя буря! Нам надо остановить их, суперпризма! Может, их остановит стереовзрыв? Муза, нет, они же люди! Не волнуйся, смотри! Похоже, люди не выносят твои звуковые волны. Сердце дракона! Да! Их же было пятеро! Никогда не встречайтесь со мной без темных очков! Стелла, нет! Стойте! Зимняя роза! Нам пора уходить. Что? Ой, мама. Это просто катастрофа. Мы были самоуверены, поэтому проиграли. И мы струсили. Мы сбежали. Я фея всего несколько дней. Я знаю, что у меня нет опыта. Но я видела, что вы старались. Убедить того, кто не обращает на вас внимания, это непросто. Но в следующий раз все получится. Пока, Рокси. Спасибо. Мы прерываем трансляцию, чтобы сообщить вам срочную новость. Сегодня в Гардинии воры-акробаты пытались ограбить ювелирный магазин. Несколько свидетелей видели колдующих летающих девушек. Что это? Массовая галлюцинация? Или какая-то промо-акция? Кто эти так называемые героини? И главное, почему они скрылись до появления полиции? Мы выясним это позже. Оставайтесь с нами. Так называемые героини? Отлично. Привет, девочки. Почему грустим? У меня для вас отличные новости. А у нас для тебя тоже есть новости, но они не такие отличные. Что? Ты потеряла туфли, которые только что купила? Нет, я потеряла подругу. О чем ты? Если бы ты проводила больше времени с нами, а не с твоим Набу, ты бы знала, что произошло. Что ты имеешь против Набу и меня? Может, ты ревнуешь, потому что твои отношения с Брэндоном? Потому что мои отношения с Брэндоном что? Девочки, перестаньте. Я всегда всех вас поддерживала. Нечестно, что вы ко мне так относитесь. Особенно сейчас, когда у меня важная новость. Да, конечно, уходи. Ты все время так поступаешь. Где Лейла?
Вчера она так и не вернулась домой, я не хотела ее обижать. Просто это миссия, и все эти проблемы, жить на Земле не так-то просто. Я знаю, и Лейла тоже это знает. Она хотела сообщить нам новость, а мы ее не слушали. Уверена, что она тоже переживает. Спасибо, что выслушала меня. Милый, милый, ты меня щекочешь. Не надо. Пошли, ребята, пора завтракать. Девочки, я устала. Пойдемте в бар Fruity Music и выпьем по коктейлю. Сначала работа, потом развлечения. У нас список покупок. Что? Никакой дизайнерской одежды? Никаких туфель? Жизнь на Земле настоящий кошмар. Успокойся, Стелла. Нам надо удивить Лейлу чем-то особенным, когда она вернется. Нет, милая Стелла это не понимает. Спасибо, Блум. Стелла, сколько ты заплатила за все это? Не волнуйтесь, девочки, все под контролем. Благодаря маленькому вложению Блум я смогла оплатить все. Мне не пришлось ничего возвращать, была распродажа. Надеюсь, мы найдем место для этих вещей. Не волнуйся, я его найду. И где же оно? Я наколдовала, чтобы мой шкаф стал бездонным колодцем. У меня куча места. Эй, грабят еще один магазин. Винкс, за дело. Подождите, стойте. Стелла, мы им нужны. Ну, конечно, как в прошлый раз. Стелла права. От нас нет толка. Блум, может и правда это должен сделать кто-то другой. Мы не справляемся. Вы правы. Лучше уйти с дороги. Пусть работает полиция. Скорее, скорее. Полиция. Полиция, они уже здесь. Не волнуйся, мы выберемся. Нам просто нужен заложник. Нет, пожалуйста. Вы окружены. Отпустите девушку и выходите с поднятыми руками. Вы никогда нас не поймаете. Этой девушке нужна помощь. Мы не можем стоять тут без дела. Что ж, Винкс, Беливикс. На крышу. А ну-ка, отпустите девушку. Вы готовы ко второму раунду? Хотите поиграть в героя? Осторожно, они не должны навредить ей. Что будете делать, феи? Давайте, выходите с поднятыми руками. Полиция еще не вошла в торговый центр Гардинии. Похоже, воры взяли заложницу. Свидетель говорит, что видел в магазине загадочных фей. Вперед, Винкс! Покажите, на что вы способны! Мы хотим напомнить, что феи не впервые появляются в Гардинии. Они снова попали на место преступления до появления полиции. Отпустите меня! Кто-нибудь помогите! Я попытаюсь приблизиться! Я бы не делал этого, фея! Девочки, все вместе! Нам надо атаковать их! Нет, Флора, мы уничтожим все вокруг! Что случилось? Батарейки волшебной палочки сели? Вас и на минуту одних оставить нельзя! Лейла! Стелла! Прости за все, что я сказала! Нет, это я была эгоисткой. Девочки, не хочу прерывать примирение, но у нас проблема. Ладно, я с ними разберусь. Дух храбрости! Избавься от страха. Найди в себе силы. У тебя получится. Ты знаешь, ты сможешь. Вау, похоже, ему было больно. Давайте используем силы Беливикса. Самоцвет ума. Сосредоточьтесь, найдите свое внутреннее спокойствие. Сила жизни, расслабьтесь и почувствуйте очищающую энергию силы дракона. О, значит, вы правда феи? Так, никому не двигаться. Вы тоже девочки, вам придется объясниться. Эй, расслабьтесь, моя очередь. Восход света.
Этот цвета вашей души. Вы найдете спокойствие в своей душе. У вас правда есть волшебные силы. Спасибо вам за помощь с бандитами. Ура! Ура! Герои! У них получилось! У них получилось, Артур! Я тоже стану феей и буду использовать свои силы, чтобы помогать людям. Такой вкусный фруктовый сок. Нам надо отдохнуть после всех этих интервью. Что это у тебя на пальце? Не волнуйся, это волшебный круг. Он содержит силы земных фей. Я должна носить его, чтобы он не попал в руки Рокси. Может, придумаешь историю поинтереснее? Что ты говоришь? Скай Блум говорит правду. Мы обязаны защищать Рокси. А ведь нам надо поддерживать наших девушек. Я рада, что сегодня мы заставили людей поверить в себя. Я ошибаюсь, или кто-то хотел нам что-то сказать? Ну? Да, дело в Набу. Он сделал мне предложение. Это замечательно! Набу, ты ничего не хочешь нам сказать? Так, На, ты должна дать мне свой коммуникатор. Одного мобильного недостаточно, чтобы сообщить эту новость во всем волшебном измерении. Я проанализировала наши битвы и поняла одно. Силы Беливикса тут недостаточно. Люди должны доверять нам. Надо продолжать в том же духе. Мы так и поступим. Будем помогать людям. Блум, девочки, смотрите. Я... Успокойся, отдышись. У меня получилось. Давай, скажи Блум привет. Доброе утро. Я знала, что получится, я знала. Увы, колдовство длится недолго. Да. Ты шутишь? Это же замечательно. Я горжусь Рокси. Она начинает верить в себя. Она напоминает мне меня. О, нет. Я только что поняла что-то ужасное. Что теперь? Наши покупки. После всей этой шумихи мы забыли их в торговом центре. В следующей серии. Рокси нашла новых подруг в лице Винкс. Она помогает Блум пережить то, о чем та даже не мечтала. Но маги Черного Круга не сдаются. На этот раз Рокси знает, как защитить себя. Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» по заказу СТС в 2009 году.